Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы поиграем в Ultimate Custom. Да, все, собрались. И вот смотрите, вот до этого мы как-то там шугались, что-то там боялись, как там какие-то там твари лезли отовсюду, вообще изо всех щелей, как так можно вообще делать, ну вот зачем? Но это не об этом сейчас, но вообще-то в этот раз мы не будем их шугаться, потому что... может и будем. Сейчас надо подобрать себе противников, так сказать, так, ну, по классике Фредди, конечно, должен быть здесь. Так, ну, Чика, ну почему бы... Ну нет, Чику я не хочу, не люблю вообще. Фу, не надо, спасибо. Так, еще возьмем какого-нибудь, не знаю, такого с попугаем. Попугай вообще просто... Ну просто попугай, видите, четкий. И ну как бы почему бы нет. Ну смотрите, реально, попугай вообще опасный такой, четкий. Ну ладно, возьмем. Так, этого я не хочу брать. Так. Ну давайте какого-нибудь жуткого возьмем, например, вот. Ну, может быть, не одного, может быть, несколько. Наверное, там, ну, штук 5, может быть, 10. Ну, не больше там 30. Да, нет, этого не хочу, это жуткий что-то. Так, телефонная трубка, ну почему бы... А чё с трубкой-то может быть страшного? А, вот, ну трубка, трубочки, ну все, позвонят, никто не будет, позвоните, все, ну все. Нет, Фокси, почему бы и нет. Ну, в принципе, вот этот мне вообще не нравился никогда, так что мы его не будем сейчас брать. Так, ну это тоже мне не очень нравится. Ну все, в принципе, все нормально, можно начинать. Ага, хорошо, сейчас будем играть. Так. Что-то как-то жутковато, что ли. Блин, музычку можно какую-нибудь создать, да? Дум. Привет! Вот этот мне вообще нравится, чувачок. Закроем. Ты вообще откуда? Ты какими тут судьбами, а? Так, здорово. Кукусики! Привет. Здравствуй. Блин, почему все вот так вот сделаем? Все нормально, все. Здесь проверим все. Так, не лезь. Не надо здесь лезть там. Все, давай. Езжай где хочешь. Главное, не лезь. Главное. О! Нет, нельзя. Ну блин, вообще это классные игрушечки, на самом деле можно было бы их и взять. Здорово. Так. Попугай какой-то прилетел, но мы не будем сильно сейчас. Ну, это на самом деле не самое страшное, что может быть. А, это еще не конец. Ты серьезно? Да, серьезно, это еще не конец. Может, не надо. Ребят, ну, давайте подружки, что ли, как-нибудь там договоримся. Может быть, не будем так сильно критично друг к другу относиться. Давайте подружимся. Вот, например. Я Крионик, видеоблогер. Ух. Ну хотя бы успокаивающая музыка есть. А все остальное. Не важно. Нормально, все. Все нормально. Ой, все, хватит. Думаю, хватит. Да уйди, все хорошо, уйди. Так. Ну, добавим вот этого чувачка. Так, вот этот мне не очень понравился. И вот этот вообще просто вылез. Так, значит, возьмем еще. Ну ладно, возьмем кролика и Чику, допустим, и вот эту Чику возьмем. Так, все нормально. Ну, трубочек побольше. Да, нас много! О, блин. Опять этот унылый чувак. Чувак, такое-то случилось. А, чувачок. А, он просто... А, он спит. Ладно. Не будем ему мешать. Да, ну чё. Спит. Алло. Так, ну это какая-то бесполезненькая. Ну ладно. Здорово. Так, что-то у меня камеры перестали работать. Не, ну я с человеком разговаривал. Не, ну я вот главное по телефону разговариваю, а ты тут откуда-то выскакиваешь. Не, ну это как, знаешь, как-то не по-чиковски. Погнали дальше. Ой, все. Так, что-то как-то нормас.
Главное не кричать. Ну, главное не сразу. Так. Здрасте, мордасти. Куда это вы ползете? Ну ладно. Ползите куда хотите. Ну ок! Ты что, за мной следишь, что ли, а? Это что, мистер Художик? Это мистер Худог! Мистер Худог, здравствуйте! Давно не виделись, например, никогда, ну ладно. А почему мы управляем его компьютером? Это нормально вообще? Так, походь, походь, тихо, тихо, не боись. Ты чё тут творишь? Чё ты тут трясёшься? Не трясись. О, опять звонишь, да? Алло? Алло? Да не трясись, ты успокой... Да не боись, всё нормас. Стоп, ты же среди... Ты же вообще ихний пацанчик, и вообще, чё ты трясёшься? Вот, ты типа боишься... Так, ты чё очнулся? Ну ладно, стой, робот нормальный. Ты чё трясёшься? Алло. Так, всё нормально. Так-то всё нормально. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да что вы там разорались, а? Вообще-то что-то вас многовато тут становится. Ребят, вы там по одному хотя бы заходите. Ну, я ж не могу тут с вами двоими разговаривать. Алло, ну чё? Да. Алло. Да-да-да. Здрасте, здрасте. Ага. Ага. Да. Ща, погодь, мужик. Мужик, погодь. Да погоди ты. Какие настойчивые ребята. Только их я и должен, да, слушать? Только тебя. Ты видишь, у меня здесь клиенты зашли. Вот какие-то тут ребята. Вот они, что-то... Что-то их многовато, да? Ну ладно. Чпоник. Так, ага. Тем самым временем... ты что тут делаешь? Ну ладно, в принципе, не важно. Так. Закончилось электричество. Ну, в принципе, ладно. А, мобильник тоже сел? Ну, ладно. Опять с чувачком не договорили, в принципе. Он может... Блин, ну, ладно, в принципе. Не, ну, в принципе... Не, на самом деле, реально, мы вот не договариваемся с чувачком, и тут на нас нападает, а? Это что такое? Это что такое? О, ты шо, улитка, что ли? У улитки просто куча зубов, ну ладно. Ух, они здесь все, видимо, улитки. Ну а что же, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, также можете подписаться на мой инстаграм-аккаунт, также можете позвонить мне в дискорде, подписаться на мою группу в ВК с мемами, обязательно. Ну а что же, всем пока-пока! Чао! Если хотите еще подобные видосы, то обязательно ставьте лайк. И пишите в комментариях. Всем пока!